Мужчину, который пропал в Садке, обнаружили мертвым в грибнике. 24-летнего парня искали волонтеры и полиция, но нашли пропавшего спустя 2 месяца. Сообщается, что парень был уроженцем Башкирии. В день исчезновения ехал домой из Сургута на автобусе. Когда проезжал Садку, попросил высадить на трассе и ушел в неизвестном направлении. И вот его нашли мертвым в грибнике. Труп обнаружили в нескольких метрах от трассы. Тело парня подверглось гнилостным изменениям, но рядом была сумка с вещами и документами.